Москве стартовал второй региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Накануне в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел прошло торжественное открытие чемпионата. Здесь участвуют люди, имеющие огромное желание работать. Поэтому хочется поблагодарить участников за то, что вы приняли наше приглашение. Позвольте выразить признательность коллегам, экспертам, работодателям, проявившим неравнодушное отношение к общему делу по реабилитации инвалидов. Мы благодарны вам за то, что вы присоединились к работе по созданию благоприятных условий для профессиональной самореализации жителей республики, нуждающихся в особой поддержке государства. Свои навыки участники регионального этапа чемпионата будут демонстрировать по 6 направлениям – портной, поварское дело, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, веб-дизайн и медицинский, а также социальный уход. В этом году количество участников составило более 30 человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым чемпионатом. Напомним, что «Обилимпикс» – национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью, который проводится по олимпийской системе и включает в себя конкурсы по 45 профессиям, востребованным на рынке труда. Победители регионального чемпионата будут представлять Туву на 3-м национальном чемпионате профессионального мастерства «Обилимпикс-2017» в Москве. В Туве подведены итоги конкурса на лучшие показатели по заготовке кормов. Участников конкурса оценивали в первую очередь на качество и общий объем заготовленных кормов. Далее уже количество вывезенных кормов на места хранения не менее 90%. В результате на первое место вышел Сутхольский район. По результатам химического анализа выявлено, что качество кормов соответствует второму классу. Кроме того, сутхольцы заготовили 25 950 тонн кормов. Таким образом, Сутхоль признается лучшим районом Тувы в кормозаготовительной компании и получает главный приз конкурса – трактор. На втором месте оказался Тандинский район, где заготовлено кормов на 5000 тонн меньше, чем у победителей. Корма тандинцев также соответствует второму классу. Третье место завоевал Кахемский район. Физический вес заготовленных кормов у них даже чуть превышает тандинский урожай и составил более 20 тысяч тонн. Но химический анализ показал, что качество кормов третьего класса. За свои достижения Тандинский и Кахемский районы получают 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Компания «ТВА Энерго» бесплатно устанавливает приборы учета электроэнергии. 100 семьям без задолженностей за электроэнергию в рамках акции бесплатно заменят приборы учета электроэнергии. 100 семьям, которые относятся к льготной категории граждан, компания «ТВА Энерго» установит фасадные приборы учета бесплатно. Льготная категория – это такие люди, которые по каким-либо причинам самостоятельно не могут финансировать свои затраты, либо это многодетные семьи. Таким людям компания «ТВА Энерго» пошла навстречу. Данный список был нами получен от сбытовой компании. Установка приборов учета особенно актуальна в связи с мероприятиями по проверке счетчиков у жителей Тувы. Сейчас, если счетчик не установлен или устарел, и его показания не принимаются к учету, то в отсутствие потребителя по закону ему начисляется норматив. А откуда он там цепляется? Первыми в списке оказались жители по улице Северная города Кызыла. Теперь в домах участников акции установлены новые современные высокоточные счетчики. Кроме того, современные счетчики выдерживают нагрузки энергоемкой техники, уберегая жилье от пожара. В данный момент сейчас ведется монтаж прибора учета электроэнергии. Так как хозяев нет, там есть небольшие трудности в поиске ихнего ввода, потому что дом получается четырехквартирный. Отметим, что акция не ограничится столицей республики. В ближайшие дни такие же счетчики будут установлены у остальных участников, которые проживают в других районах Тувы. Полпред президента России Сергей Миняйло выступил в поддержку властей Тувы в пользу скорейшего завершения финансовых расчетов по уже выполненным работам аэропортового комплекса. В своем заявлении полпред отметил, что в настоящее время существует ряд вопросов, создающих угрозу своевременности завершения работ на объекте. Генеральным подрядчиком работ является АО «Сибмост». На данный момент сформирована задолженность с его стороны перед субподрядной организацией. Федеральный бюджет выполнил свои обязательства своевременно и в полном объеме. При этом расчеты
субподрядными организациями затягиваются, что может привести к остановке работ на объекте и срыву реализации проекта. Кроме того, фиксируется отставание по объектам третьего этапа реконструкции. Дополнительное внимание должно быть уделено исполнению сроков поставки и монтажа систем светосигнального оборудования. По мнению Сергея Миняйла, с участием всех заинтересованных сторон должны быть сформированы актуализированные графики работ. Отметим, что процент выполнения работ от общего объема составляет 97%. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 62 копейки, евро 67 рублей 77 копеек. Увидел? Понравилось? Купил? В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, двухкамерный холодильник Хайер всего за 3333 рубля в месяц. РБТ.ру. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. В селе Эрбек Кызыльского района сотрудниками ДПС выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. 24 октября ночью инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД управления МВД России по Кызылу по улице Шоссейной в селе Устельгест для проверки была остановлена машина ВАЗ-21074. В ходе проверки документов водителя и досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли из салона автомашины 10 фрагментов вещества с явными признаками наркотического, принадлежащих пассажиру транспортного средства. Доставленный в отдел полиции для выяснения обстоятельств житель села Таргалык 94 года рождения признал свою вину и пояснил, что изготовил средства для личного употребления. Изъятые фрагменты направили в экспертно-криминалистический центр МВД региона на исследование, которое подтвердило, что средства являются гашишем весом более 141 грамма. . 25 октября в Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина прошли региональные соревнования по баскетболу среди силовых структур в зачет спартакиады «Динамо». В борьбе за первенство приняли участие 9 сборных команд силовых структур. Путем жеребьевки команды были поделены на подгруппы. Пройдя серию отборочных игр, в полуфинале встретились 4 сборных команд. На протяжении турнира сотрудники полиции показывали хорошие результаты. В итоге упорные однодневные борьбы вышли в полуфинал, где в игре за выход в финал уступили сотрудникам из пограничной управления Тувы. Пограничники действовали на протяжении всего дня наиболее слаженно, наступательно и стратегически, демонстрируя тактико-техническое мастерство. Во встрече за третье место полицейские выиграли у игроков из управления ФСБ региона. В итоге места распределились следующим образом. Чемпионами стали спортсмены пограничного управления ФСБ, вторая позиция у судебных приставов, а третье место завоевала команда МВД республики. Кинозал, семейное кафе и аттракционы – все это в себя включает подарочный сертификат радиоквеста «За мисс Майонез». 1500 – хорошая сумма, на которую в спортивно-развлекательном центре «Чемпион» можно отдохнуть всей семьей. Напомним, что такие сертификаты радио «Голос Азии» дарит слушателям ежедневно по будням. Чтобы приз стал вашим, необходимо разгадывать загадки. В каждой из них зашифровано место, отгадав которое, вам необходимо первым туда приехать и сказать оператору кодовую фразу квеста. Узнаем, кто стал счастливым на этот раз. Да. Вот услышал, со свороткой еду, думаю, успеть, не успею, вот.
Завтра, 27 октября, состоится последний розыгрыш сертификата от партнера квеста. Слушайте «Голос Азии» начало радиоквеста за мисс Майонез в 13:10. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -6, -8 градусов, днем -2, -4. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране и Арадане облачная, без осадков, погода. Температура воздуха утром -7, днем +5. На Полке порывистый ветер, температура утром -9. В Танзыбее ясная, без осадков, погода. Температура утром -6, днем +4. По всей трассе проезд удовлетворительный.